нехватка рабочего персонала. Наиболее эффективно и менее финансово затратно транспортерная лента, которая есть в каждом хозяйстве. Агрегат метелки висит на передней трехточке трактора. Экономика в том, что мы сделаем сразу несколько операций за один проход, сокращая расходы и увеличивая прибыль. Добрый день, уважаемые садоводы! Сегодня мы находимся в Курской области. Сегодня мы запускаем вот эти замечательные метелки, как мы их называем. Это агрегат испанского бренда ID David. Это начало сезона 2024 года. У нас уже апрель месяц, самое-самое начало. Дни стоят жаркие в Курской области. Для чего нужен этот агрегат? В период обрезки ветки, которые обрезаны, падают в приствольную зону и там остаются. Для того, чтобы их оттуда убрать и чтобы это дальше не мешало для обработки сада, специально берут такой агрегат, который мы, в принципе, сегодня вам и представляем. Мы их называем метелки, бывают несколько видов, но, как показала практика, наиболее эффективно и менее финансово затратно это все-таки вот эти пластины, потому что есть вариант с нейлоном. Мы услышали отзыв от клиента, что во время, допустим, зимних перепад температур все-таки нейлон более хрупкий, он более финансово емкий при замене. А вот эти пластины на самом деле это, по сути дела, транспортерная лента, которая есть в каждом хозяйстве. Поэтому расходный материал здесь минимальный. Что хочется отметить, здесь реализовано таким образом, что агрегат метелки висит на передней трехточке трактора. Он агрегатируется двумя гидровыходами. Вот это соединение идет на гидровыходы, и потом вот сюда распределительная коробка, вот здесь. И вот отсюда уже идет полностью распределение на все цилиндры, которые отвечают за работу. Что может эта метелка? Она может раздвинуться, то есть у вас сад в одном месте 3,5, в другом 4 метра. То есть она может адаптивно раздвинуть ширину обработки, и агрегат становится универсальный. По скорости вы сами видели, что работа данного агрегата ограничивается лишь скоростью обработки мульчера, потому что в этом хозяйстве продумали экономику и используют метелки, вешая их на переднюю часть трактора, а сзади работает мульчер, который за один проход вычищает полностью приствольную зону от веток после обрезания и уничтожает, вставляя их, размельчая, мульчируя между ряди после одного прохода. Экономика в том, что мы сделаем сразу несколько операций за один проход. Соответственно, здесь топливо, которое мы заправляем всего лишь один раз, это и зарплата механизатора. Ну, это такой, по сути дела, комплекс. Это оптимизирует работу, сокращая расходы и увеличивая прибыль, доход наших клиентов. Вот такой агрегат мы представляем, рекомендуем его. Мы уже сегодня получили отзыв от нашего клиента. Обязательно вы его услышите. Сейчас, по сути дела, такое время, где действительно очень трудно найти количество людей, которые необходимы для работы в саду, чтобы это было еще и качественно. Соответственно, это уменьшает количество персонала, задействованного в работе, и сокращает ваши расходы. Ну вот, такой агрегат сегодня запустили, клиент доволен, ну а мы продолжаем дальше работать на благо наших уважаемых партнеров. Агростратегия. Перспективное садоводство.